Следственный комитет пересмотрел обвинение предполагаемому убийце 16-летней школьницы Карины Залесовой. Теперь в деле фигурирует более тяжелая статья – убийство, совершенное с особой жестокостью. Преступление вызвало большой общественный резонанс. В разных городах России прошли митинги с требованием не затягивать расследование дела. Подозреваемый, бывший одноклассник девушки, прошел уже несколько психиатрических экспертиз в Новосибирске и Москве. Врачи не пришли к единому мнению о степени его вменяемости. Результаты последнего обследования еще не оглашены, однако в Следственном комитете говорят, что дело находится в финальной стадии.